Всем привет, выжившие! Добро пожаловать на мой канал. Уже совсем скоро к нам придет новый ивент «Цветение сакуры». Давайте посмотрим, что там будет. С вами Naked. Приятного просмотра! If you don't know Russian, user automatically generated subtitles with translation into your language. Ивент «Цветение сакуры» будет доступен уже в обновлении 23 августа. Там будет много различных квестов и заданий, в награду за которые вы сможете получить бесплатные костюмы и рюкзак, а также рамочку для личной карточки и для аватара. Кроме того, нам добавят новые скины для биоакулевого клинка и гранатомета. На время ивента лагерный патруль будет заменен миссией по поиску музыкантов. Объединяйтесь в команды, ищите музыкантов и открывайте различные музыкальные инструменты. После открытия различных инструментов примите участие вместе с другими выжившими в музыкальном ансамбле и получите различные награды, в том числе и бесплатный костюм. На протяжении ивента будет доступно новое сюжетное задание – «Симфония цветущей сакуры». Пройдите его, чтобы получить награды и опыт. Также в наградах будет доступна эксклюзивная аватарка. Во время ивента возле вашего особняка будет доступна площадка, где вы можете посадить свое дерево сакуры, за поливку которого вы будете получать награды. Полить можно 4 раза в день. Также вы можете поливать деревья других выживших, чтобы получить дополнительные награды. Или пригласить их к себе, чтобы они полили ваше дерево и ваше дерево росло быстрее. Я показала только некоторые ивенты, которые придут к нам со следующим обновлением, а на минуточку это уже 23 августа в среду. Я не знаю, какие еще из ивентов нам добавят, поэтому показала только те, в которых я уверена. Если что, все видео, которые я использовала в своем ролике, взяты с глобальной версии игры. Также в следующем обновлении к нам придет новый костюм, новый транспорт и новая мебель. Подробнее обо всех ивентах, которые к нам придут, я расскажу уже в день выхода обновления, так что не пропустите. А на этом у меня все. Надеюсь, мое видео было полезным для вас. Если у вас остались вопросы, не стесняйтесь задавать их в комментариях. Также не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Для меня это лучшая мотивация создавать для вас новые ролики. До новых встреч, увидимся в следующих видео. Вас еще ждет много интересного. So much better.